Друзья мои дорогие, всем добрый день! Сегодня с вами говорим про травму отвержения, еще ее называют травма отвергнутого. Уже на моем канале как-то было на эту тему видео, но давайте подсоберем еще, потому что тема касается просто огромного количества людей. И да, важно хотя бы примерно у себя это идентифицировать, и очень важно, да, понять, что с этим можно работать. Сложно, но эта травма прорабатывается, ничего здесь не обратимого нет. Итак, самая такая база. Адекватный контакт ребенка с матерью – это фундамент будущих здоровых отношений ребенка с этим миром, с другими людьми. Да, вот это вот базовая близость, базовое доверие, ощущение безопасности, безусловная любовь, принятие, то, что мама ребенку и дает, особенно в маленьком возрасте. Все это, скажем так, откладывается, все это потом так или иначе проявляется и на развивающуюся личность влияет. Та самая травма отвержения, она очень часто формируется лет до 6, а потом, если, скажем так, неконструктивное поведение родителей там закрепляется, она еще больше, только знаете как, шлифуется, становится крепче, мощнее. То есть суть травмы отвержения, да, то, что человека не замечали, игнорировали, отвергали, не любили родители, ну, преимущественно мать, все-таки больше говорим о матери, но и у кого-то, да, скажем так, акцент на отцовской фигуре тоже может быть. То есть человека не замечали, игнорировали, и человек, вот, скажем так, взрослел в, как раз в ощущении небезопасности и непринятия, не хватало вот этой безусловной любви. И что получается? Человек с травмой отвержения – это человек, который растет с вот этой вот мыслью: «Я никому не нужен, я брошенный». Понимаете, как это страшно? Да, у такого человека по-любому обида, злость на родителей, она может быть осознанная, она может быть неосознаваемая, но смотрите, как интересно, он эту обиду, злость нередко переносит сам на себя. Он себя критикует, себя отвергает, себя муштрует. Он может этот мир ненавидеть. Не зря же, да, говорят, что ребенок, которого не любили родители, он не перестает любить родителей, он перестает любить себя. То есть это ребенок, у которого к себе может быть повышенная требовательность, повышенная критичность, какая-то такая жесткость. А все из-за того, что, да, вот как бы вот этот вот страх небезопасности, страх бесполезности, да, я так и останусь никому не нужным, я на самом деле плохой, неумение себя ценить. А почему родители так себя вели? А там спектр причин просто вот огромный может быть. Ранний ребенок родился не вовремя, не ждали, к сожалению, да, нежеланный ребенок. Да, еще и ребенку потом дали это понять. Отдали бабушке, либо сами как-то очень невнимательно его растили, либо там по каким-то учреждениям ребенка отдавали, из семьи в семью передавали. Всякое бывает, да? Это может быть, знаете, такое противоречивое, непоследовательное поведение родителей. Это может быть, в принципе, очень жестокое, такое, знаете, наказывающее, тираничное поведение родителей. Это может быть история с какой-то такой явной триангуляционной схемой, когда вот есть конкретная там сестренка Настя или есть конкретный братец Паша, которого любят больше, который, вот скажем так, вот он более хороший, правильный и прочее, прочее. У авторитарных родителей тоже дети с травмой отвержения могут вырастать. Вот этот вот игнор, вот этот вот тотальный холод или тотальное отсутствие матери, да, сколько я на консультациях вот этих вот историй слышу, когда человеку до сих пор больно, как он там
в возрасте, в каком-то совсем маленьком, там, когда он себя только помнить начал, он там подходит к маме, а мама там его отшвыривает, да, или он хочет провести выходные с мамой, а мама его снова куда-то отвозит, то есть вот оно, так, к сожалению, да, это может быть очень сильный запрет на чувства, который шел от родителей, ты не должен быть таким, ты должен быть таким-то и таким-то. В принципе, матери нарцисски, матери психопат, вот, да, все эти многочисленные нюансы, которые мы с вами уже много раз обсуждали, если нужно, давайте еще об этом поговорим, да, или восприятие ребенка как конкурента, например, да, девочка растет, и мама ненавидит эту девочку за ее там красоту, ее перспективы, да, или мальчик растет, и папа в этом мальчике видит угрозу себе, то есть очень разные могут быть, скажем так, вот эти вот линии, создающие вот эту вот травму отвержения. И что по итогу, да, растет человек, который вечно недоволен собой, который либо отрицает свою значимость, либо у которого постоянные сомнения. А точно я нужен? А точно я красивый? А точно я хороший? То есть понимаете, что происходит? Это человек, который так или иначе с чувством неполноценности вот этим вот растет, и он это несет в жизнь, куда-то в отношения, да, может самооценка очень сильно страдать. Там, где низкая самооценка, там будет либо какое-то компенсирующее поведение идти, либо там может быть какое-то бездействие. То есть это человек, который плохо знает себя, свои потребности, желания, какие-то способности, то есть он себя слушает в последний момент. Это человек, которому сложно где-то отстаивать свои, да, границы, свои интересы. Это человек, который постоянно пытается соответствовать каким-то ожиданиям, как-то вот подтверждать, что вот, ну нет же, меня же любят. Что касается отношений, да, здесь это может проявляться как в страхе близости, избегающем поведении. Также это может проявляться, наоборот, в излишнем слиянии, либо в таком прям вот гипертрофированном, тревожно избегающем поведении. То есть, да, мотать может человека от одного к другому. Это может вылиться в склонность к саморазрушению, там, вредные привычки, какая-то рискованная деятельность, зависимость, излишняя критичность. То есть травма отвержения, она сказывается на, ну, на многих, да, практически на всех сферах жизни, и больше всего от вот этого, человек с травмой отвержения, он страдает в отношениях. Бессознательный выбор каких-то похожих на родителей партнеров, попытки какими-то странными способами быстрее дополучить эту любовь, при этом себя до конца не знает, себя на первое место не ставит, то есть в итоге боль, страдания, да, много зависимых каких-то непонятных, тяжелых историй, и, конечно же, нужно такому человеку в первую очередь травму прорабатывать, потому что даже если новый партнер на горизонте нарисуется, то с теми же самыми проблемами вы пойдете и к новому партнеру, пойдете в новую историю. Что здесь важно? Здесь вот как раз вот этот тип травм, здесь не отделаешься вот каким-то таким, знаете, разовым заходиком. О, вот сделай вот эту психологическую технику, почитай вот это. Здесь как раз вот эта ситуация, когда нужна психотерапия. Через доверие взаимное с психотерапевтом человек в принципе учится доверять другим людям, учится доверять себе, узнает себя, выстраивает свои границы, принимает все отвергнутые, отщепленные части самого себя, видит себя с разных сторон, да, свои плюсы, минусы и так далее. То есть очень важно такому человеку, в принципе, учиться принимать себя. Да, я вот такой, у меня такие чувства, такие потребности. Такие плюсы, такие минусы. Очень важно, конечно же, над внутренней опорой работать. Что еще? Конечно же, нужно уделять внимание внутреннему ребенку. Какой он твой внутренний ребенок? Как он вообще себя чувствует? Да? Какие у него потребности? Нужно, да, много очень техник проделать, чтобы действительно этого ребенка поддержать, успокоить и уже его потенциал в своей взрослой жизни использовать. Да, еще важная линия тоже в терапии людей с травмой отвержения.
Ты уже достаточно хороший, с тобой все окей, ты достаточно хороший родитель, там, руководитель, да, и прочее, прочее. То есть уход от вот этой вот излишней такой критичности, которой человеку только невротичность вот эту вот наращивает, да, очень важно развивать чувственно-эмоциональную сферу. К сожалению, вот такие вот люди с травмой отвержения, они склонны сами к себе очень так, знаете, механистически, жестоко относиться, да, то есть наоборот, что я чувствую, что мне хочется, что мне приятно, что мне важно, да, очень важно такому человеку прорабатывать вообще способность себе доверять, да, и способность к себе не быть жестокому. Прорабатывая это, этот человек на других людей чуть иначе начинает смотреть. Очень важно разбираться, какие там защитные стратегии. Разные могут быть защитные стратегии. Может быть, так называемый плащ супергероя. Может быть, там, например, какая-то излишняя закрытость, обидчивость, к примеру. Может быть, зацикленность на какой-то роли, да, там и прочее. Все это нужно разбирать. Поэтому, да, если вот это вам свойственно, вы понимаете, что проблемы, которые мы здесь с вами обсудили, они вас касаются, то лучше все-таки выбрать там время, какой-то ресурс и заняться терапией. Действительно, нужно выбирать такого психолога, такого психотерапевта, который вам, откликается, с которым вам комфортно, потому что это не разовая история. Вы пришли, вам там психиатр таблетку выписал, и вы этого психиатра там, год не увидели. Это история, когда нужно по чуть-чуть открываться. Такие люди, они сразу не открываются, они по чуть-чуть открываются, да, когда вы можете любые свои стороны показать, когда вы будете понимать, что вас выслушают, вас примут любыми, да, вам дадут какую-то такую обратную связь, которая вас укрепит. Поэтому, да, скажем так, не забрасывайте, все это прорабатывается, да, вы достойны счастья, с вами уже все окей, просто очень важно увидеть это, понять, почувствовать. Друзья мои дорогие, если вам будет нужна моя помощь как психолога, как психотерапевта, пожалуйста, можете обращаться ко мне за онлайн-консультациями. Мои контакты внизу под видео, пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч!